Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем готовить рассыпчатый вкусный плов с курицей. Такой плов вы можете приготовить на открытом огне или дома на плите. Для приготовления нам понадобится куриное мясо, рис, лук, морковь, чеснок, вода, лавровый лист, соль, перец, растительное масло. В самом начале приготовления рис заливаем холодной водой. Пусть он так стоит, пока будем готовить блюдо. Лук нарезаем кубиком. В казан наливаем масло, нагреваем его и добавляем нарезанный лук. Тушим 2-3 минуты на сильном огне. Нарезаем на небольшие кусочки куриное мясо. Я обычно обрезаю с голени и бедер. Так намного вкуснее и сочнее. С куриным филе обычно не готовлю. Мне кажется, оно суховато для такого блюда. Добавляем мясо к луку, перемешиваем. Тушим на сильном огне 3 минуты. Морковь нарезаем брусочками и добавляем в казан. Тушим все вместе 2-3 минуты, периодически помешивая. Солим, перчим, можно добавить и любые другие приправы. Название и пропорции я оставлю в описании под видео. Мне плов нравится именно в таком варианте, поэтому количество специй небольшое. Добавляем 400 мл воды и доводим до кипения. Накрываем крышкой и тушим на слабом огне около 10 минут. С риса сливаем воду, несколько раз тщательно его промываем под проточной водой и высыпаем в казан. Аккуратно распределяю рис, только не перемешивать. Головки чеснока тщательно моем и целыми заглубляем в плов. Накрываем крышкой и готовим на слабом огне 20 минут. Через 10 минут заглядываем под крышку. В этом объеме рис может быть хорошо пропарен внутри, но снаружи и по краям не догонять. Поэтому нам приходится брать ложку и аккуратно перевернуть вверх риса и собрать горочкой. Снова накрываем крышкой и ждем еще 10 минут. Если есть силы терпеть, можно отставить с огня и дать плову настояться. А если нет, подаем к столу. Курочка выходит не сухая, а нежная и сочная. А лук вообще растворяется. Ну а морковка и вовсе тает во рту. Получается очень вкусно, сытно и ароматно. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Делитесь рецептом с друзьями и не забудьте подписаться на канал. Впереди еще много интересных видео. Всем приятного аппетита!